что ты не делал? Капитан Марвел, спасибо, что научила полиморфии. Нужна высокотехнологичная охрана, если только я могу допрыгнуть. Мой штаб. Тут, конечно, бардак, но это мой родной бардак. Пусть только попробуют напасть издалека. Руки у меня длинные. Совсем истрепалась. Интересно, они делают такие для огромных кулаков? За место. А, вон туда. Нужен мой ноут.
бы выкинул бы их, если бы увидел. Он все еще винит их за то, что случилось со мной в День Мстителей. Так, посмотрим. Это Химера? Наверное, запись из реакторного отсека. Доктор Тарлтон. Он же был на капитанском мостике. О, Кэп! Что происходит? Обалдеть! Тарлтон запер его? Это не неисправность. Он убил Кэпа. Боже мой, он убил Кэпа. Что? Танцовщица? О, нет. Парк героев? Даже не знаю. Вдруг ловушка? А если нет? Надо это кому-нибудь показать. Действуй умно, Камала. Отдай эту запись и иди. Впервые иду в парк этой дорогой. Наверное, прямо? Ну, бред-то. Ну,
Впервые иду в парк этой дорогой. Наверное, прямо? Раз Тарлтон врет о том, что был на мостике, кто знает, что еще он выдумал. Но получилось. Так, теперь к статуе Кэпа. Давно не виделись. В детстве родители постоянно меня сюда водили. А им расчищают место под новую клинику. Тупая идея. Критиковать каждый может. И стенку портить. Все нелюди. Все пропали без вести. Вот из-за чего волнуется Абу. Отсюда статуя Кэпа видна как на ладони. Дать руку помощи, здоровяк. Кэп давно погиб. Куда? Домой. Правда? Мы только пришли. Эй, выпьешь? Нет, спасибо. Чего? Скорбишь тут, что ли? Да просто решил мимо пройти, и все. Мимо. Ну уже уходите. А это зачем? Хочешь, чтобы они вернулись? Мало людей угрохали? Что? Нет. Нет? Нет? Нет. А что тогда, м? От нелюдей прешься? Да ладно вам. Тупые фанаты. Хватит! Ты в порядке? Ха, смотри, а у него подружка есть. Зак, зацени сумку. Чего? Вы совсем чокнулись? Я просто хочу домой, ясно? Вы что творите? Мой братишка был на дне Мстителей. Написал что-то про Капитана Америка. Да при чем тут Кэп? А вот при том, он стал весь фиолетовый. И его забрали. Эй, полегче. Зак, теперь он мертв. Стой! Он мертв! Я сказала, валим. Она из них. Не трогай ее. Сваливаем. Чувак. Ты живой? Скорее, бежим! Отойди! Что? Ты танцовщица, да? И что мне делать? Ты о чем вообще? Пожалуйста, дай мне уйти. Эй! Надо идти!
Вот так и помогает. Если меня схватит, то на этой стене появится и моя фотка. Значит, туда мне не надо. Следов объекта не найдено. Блин, сколько их тут? Сюда входим. Я смогу вернуться домой? Они знают, кто я? Пойду в парк, встречусь с танцовщицей. Тупица, тупица, тупица. Так это не сюда идет. Thank you.
как раз мечтала вечером повозиться в помойке. Люди из-за них тоже меня ищут. И еще телепортируются. Опачка. Убегал, убегал, все равно поймал. И тем не менее. Отлично, ты очнулась. Ты уж прости, эти синтоиды просто действовали по охранным протоколам. Кража личных данных – серьезное преступление. Моника, не наседай. Что происходит? Куда вы меня везете? В безопасное место. Прости меня. Я знаю, что в жизни я не так хорош, как моя голограмма. Зато акционерам она нравится. Доктор Тарлтон? Он самый. Зачем ты взломала серверы? Я ничего не крала. Тогда что ты там искала? Может, лекарство? Камала, а им всего лишь хочет, чтобы мы не были бессильны перед властимущими. Практика показала, безграничная власть опасна, гибельна. День Мстителей тому пример. Тебе повезло остаться в живых. Наши технологии помогут исправить их ошибки. Мы сможем вернуть тебя к нормальной жизни. Я просто угадала пароли. Я не ждала, что получится. Она агрессивна. Инфекция прогрессирует. Что? Я не хотела никому навредить. Конечно. Но вдруг ты снова утратишь над собой контроль? Ну что, если ты ранишь кого-то из близких? Даже мстители поплатились за гордыню. Вы были там? В смысле, когда Кэп погиб? Вы были там? Да. К счастью, Моника нашла меня на мостике. Восстановительная формула спасла мне жизнь. Давай, Камала, сделаем это, да? А им хочет тебе помочь. Я как-нибудь сама. Черт возьми! Схватить ее! Живо! Молодец, Камала. Теперь они знают, что ты из нельзи. Дура! Чем ты думала, а? Вступишь в сопротивление? Станешь героем? Домой нельзя. Ами, Абу, их же накажут. Что я наделала? Поздно уже было. Юта. Старая база щита. Сопротивление знает, что делать. Вот черт!
Сдавайтесь, и вам не причинят. А, сейчас! Нет. Нет, нет. Надо бежать из города. Зацепился. Прошу вас сдаться, представителем Аи. Хотите увидеть мои силы? Пожалуйста. Идентификация противника. Как ты догадался? Да. Давай, Наки, прикрой меня. Скажи, что я с тобой в походе. Пока, Джерси. И
Индивид 1102 создает свои точные копии. Разве только цвет глаз незначительно варьируется. Клетки делятся по центру, создавая отдельных индивидов. Она как червь планария, но человек. Именно. И сохраняет воспоминания своего породителя. 0925 выпускает мощные сгустки энергии. И еще минимум полдесятка способны управлять огнем. У нас целый арсенал. Программируемая сила под нашим контролем. Конец героям и их ошибкам. Тебе нужна еще доза. Я в порядке? Ты полгода пролежал в коме. До этого ты задыхался от кашля. Еще пара доз восстановительной формулы, и ты полностью излечишься. Они все еще зажигают свечи перед статуей. Если б не молот, я б давно снес ее. Брось ты. Зачем показывать людям, что ты боишься мстителей? Доверь это моим людям. Займемся адаптоидом. Ты права. Эта версия, возможно, мощнее. Она стабильна? Почти. Это потрясающе! Позвонили Юсуфу Хану. Оставьте сообщение, и я перезвоню. Привет. Я все же решилась. Мы с Наки и другими в лагере. Представляешь, мобильный тут не ловят, и мне пришлось тащиться до автомата, чтобы позвонить тебе. В общем, ты прав, тут полный улет. Буду в воскресенье. Буду паинькой. Люблю тебя. Согласно теориям из интернета, в этом каньоне есть база сопротивления. Это мой последний шанс. Ну, теперь я хотя бы знаю, что тут кто-то был. В моем стиле. Мчаться на край света за какими-то слухами. Но кроме слухов у меня ничего нет. А им тоже здесь. Нужно поспешить. Какой-то подозрительный.
наконец-то! Хоть что-то не из камня. Это хороший знак или плохой? Они должны быть здесь. Должны. А им успели первыми. Живите. Добралась раньше. Эй! Может, успели уйти? Нет, кому-то точно удалось уйти. Они должны быть где-то рядом. Надо искать дальше. Надо забраться повыше и посмотреть, где я. Не злись, Абу. Я просто решила размять руки. Блин, ну что ты? Узная не где я. Да я сама в ужасе. С ума сойти. Химера. Я нашла их. Глазам своим не верю. Проникните на заброшенную химеру. Погнали. Есть! Тише. Oh.
Не понял. Что такое? Сопротивлению. Хотя тогда должна быть охрана или вроде того. Свет, кто-то там есть. Ой, внизу был реактор. Скорее уж надо наверх. Наверное, я уже у цели. Вот это да! Капитанский мостик! Но куда все делись? Вот, это точно штаб-квартира сопротивления! Тут точно спали люди. Но как давно? Может, эти дроны АИМ их спугнули? Как-то тут пыльно. Не, они точно где-то здесь.
Возможно, они спрятались в жилом отсеке и застряли там из-за отключившегося электричества. Надо подключить питание. Способ подключить питание, чтобы не стало. Может, я смогу снова включить электричество? Может, здесь есть переключатель или кнопка? Разваливается. Что это? Ого, это то, о чем я думаю. Фит. Почему он здесь? Какой легкий. Ты был прав, Кэп. Эриген мощная штука. Надо выбираться. Так, чтобы повышать уровень героя. Наведите курсор на иконку любого твоего навыка, вижу, да?
вот это. Сбиваем моб. Вот почему сопротивление сбежало. Одной сломанной дверью больше, одной меньше. Никто и не заметит. Надо придумать, как добраться до мостика. Халк уже должен был превратиться в доктора Бэннера. Помощи не дождешься. Так, а там что-то есть уже. Вести легкую атаку. Да что может случиться, если нажать на красную кнопку? Был ангар. Почти на месте. Тихо, Камала. Выберите. Просто доберись до верхней палубы и не дай оторвать себе голову. Ничего нет. Что-то есть. Жму кнопки, двигаю платформы. Все ясно? Больше ничего нет. Еще увидеть, что будет. Чего-то не хватает. Может, здесь найдется подходящая деталь? А что? Ты
Жилет, узы, браслеты. Не поставил сохранение. Стоит. Стоит. Есть! Ручка от распределительного щита. Вуаля! Теперь кнопка работает. Я смогу выбраться отсюда. Может, не допрыгнуть. Thank you.
Это что, куда я заходил? Вот. Давай. Вот и выход. Никаких следов сопротивления. Наверное, Халк их спугнул. Мне надо как-то спуститься. Ну и что теперь делать с записью? Задержите! Ты что, следил за мной? Это так стрёмно! Это держит. Подшествовал.
много, конечно. Он со мной? Ладно, я не против. Тише, тише, тише. Все хорошо. Я хочу убедиться, что ты в порядке. Почему я поиграл? Нет, нельзя же вот так брать кровь, у кого вздумается. Я шел, он диск забрал, патриот пришел. 4К. Это необычные условия. Обалдеть. Доктор Беннер. О, нет. Так. 9-е шоссе, но в 20 милях от 90-го там остановка, и ты сможешь... О чем вы говорите? Я, видишь ли, довольно долго был здоровяком, вот так. И давно вы здесь живете? Ну, несколько лет, да. Это поразительно. Да. Мне уже говорили. Неужели из-за этого робота им загнали ребенка в пустыню? Не совсем. Я, типа, спёрла кое-что с сервера Фаим. Что? Спёрла? Ладно, зачем? Я сама знаю, но... Просто вы сами посмотрите. Иди гуляй, иди. Тарлтон. Да. А зачем отключать охранные протоколы? Неужели он... Да. Да. И я о том. Он закрыл Кэпа в реакторном отсеке и пытался угнать Химеру. Ну, может, не совсем все так. Мы знаем, что реактор забарахлил, и, может быть, Кэп просил его отключить охранные протоколы и запереть Нет, дверь. Мы все слышали показания о Дне Мстителей. Тарлтон и Моника в момент взрыва были на Капитанском мостике. Именно поэтому они сумели выжить. Это доказывает, что Тарлтон даже близко у Капитанского мостика не был. То есть, он врет. А где же остальное? Меня вышибли. Остальная часть повреждена. Да. Слушайте. А если Мстители подставили? А? Тарлтон, Аим. Это их лекарство. И я... Здесь что-то не сходится, что-то не так. Я чувствую. А вы? А я-то думал, что ты воровка, решившая стащить щит Кэпа. Ну, я подумала, вдруг мистер Старк поможет. В смысле, вся система на его технологиях. Если кто их взломает, то это он, да? На 9-м шоссе есть остановка. От нее двигайся на восток и встретишь моих старых друзей. Они помогут. Мария хорошая. Скажи ей, что от меня, и покажи ей все это. Вы же видели запись. Признали, что что-то не так. Прости, я не могу помочь. Хотел бы, но не могу.
Но вы же доктор Брюс Беннер. Один из величайших умов наших времен. Каких еще умов? Ты что несешь? Мы такое натворили. Ты не понимаешь, как это опасно. Тарлтон зовет таких, как я, нелюди. Говорит, что мы больны. Опасны. Безумны. Что наша болезнь убьет нас в итоге. Ну, а я не верю. Я сама найду мистера Старка. Подожди, я... Я тебя подброшу. Правда? Тони спрятал свои игрушки, когда Stark Industries разорилась. Где сейчас Тони, может знать только Джарвис. Эта дорога должна привести нас к секретному входу в архив. Супер! Отличный день для прогулки. О, вот это настрой. Ты носишь тот коммуникатор, который я тебе дал? Ага. Он почти незаметный. Так почему вы вернулись обратно на Химеру? Не я, а он. Так, это он распугал все сопротивление? Честно, я не особо помню Камала. Здоровяк повздорил с несколькими агентами щита, а после... ничего. А, ясно. Кажется, я что-то нашла. Тут тесновато. Да, береги голову. Так, давайте я помогу. Спасибо. Впереди есть поляна, вход должен быть там. Круто. А на что вообще Джарвис похож? На старый жесткий диск образца 1998 года. Еще вопросик. На что похож жесткий диск образца 1998 года? О. Ого. В Джерси-Сити ничего подобного нет. Тут красиво, тихо. Сколько времени прошло. Тони приглашал меня сюда, чтобы я успокоился. Сломал что-нибудь. Это я вижу. Найдите вход в архив памяти. Наконец-то. Значит, мы близко. Приварено. Готов! Начать задержание! Доктор Беннер, что мне делать? Что? Вздыхал, как бы. Опачки.
состояние ярости, да? Что значит какие-то зеленые? А вы сменная одежда. Да,
Судя по умолчанию, я тебя не развеселила. Ну и ладно, Брюс тоже не ценит мои шутки. Брюса! Нет! Ладно, ладно, больше ни слова. Об очкарике. Сказали вообще не понятно. Наверное, это архив. Вперед!
Thank you.
Похоже, все здесь под властью Аим. Мистер Старк еще тут? Могу залезть в вентиляцию и глянуть. Да, или так. Тут повсюду Аим. Ты отвлеки их, а я проберусь внутрь. У них тут везде охрана. Похоже, так себе идея. Зашибись! Они решили все перекрыть. Я внутри. Ну и широченная тут вентиляция. Похоже, Аим перестроил архив. Все новенькое. Народа идет к лифту. Противник на 12 часов.
им очень много пушек. Видел бы ты, сколько внутри солдат. Ты явно привлек внимание им. Архив должен быть где-то в недрах здания. Буду искать.
Глушить дверь! Доктор Беттер, стоп! Перекрыть подходы! Всех подопытных на площадку 3! Тарупан здесь? Они что-то прячут на верхнем этаже. Встретимся там. Может быть, это архив? Есть проход через лабораторию, а тебе пробиваться через серверную. Это не вы. Это чудовище, не вы, доктор. Вы бы не стали уничтожать данные.
конечно. Брюс, еще не поздно. Это лаборатория Тригенезиса. Что это?
Мне не нравится, что Stark Industries пролезли в мой собственный дом безо всякого разрешения. Тони любит твердить, что Мстители просто развиваются.
Если вы не остановите Халка, это сделаю я. Мне придется. Мистера Старка. Сейчас попытаюсь его открыть. Надо подать питание на двери. Кажется, там есть генератор.
сильнее. Похоже, придется щелкать выключателями, пока не включится. Хватит страдать ерундой. Берись за выключатели. Блин. Должна открыться. Найдись, Джарвис. Наверняка он спрятался в какой-нибудь куче зачетного шмота мстителей. Давай, Камала, ищи любые зацепки. Блин, что?
эта вещь Тора? Может, это тайный рычаг? Кружка. О, нет, просто кубок. Зачем выставлять перед, если можешь позволить себе золото? Нельзя отвлекаться. Один. Он что, собирался за всем этим вернуться? Это я просто ящик создал. Первый щит Кэпа. Видела на дне Мстителей. Ты часом не открываешь тайный проход? Стоило попробовать. Что это там? Вы крутые. Найти Халка и валить отсюда. Что у тебя там, букашка? А ну-ка, отдай это мне. Обойдешься. А напрасно. Так, сейчас драка будет. Пожаловать обратно в мир живых. Выглядишь так себе. Внимание! Найти девчонку и не путаться у меня под ногами. Что-то с тобой не так. Что-то изменилось. А вот и он. Thank you.
Тосклая обезьяна между ними. С обезьяной я погорячился. Обождел, что ли? Слишком ладно. Милое слово для такого чучела. Я нашла схему разрыва. Теперь я смогла. Скорее бы она к нам присоединилась. Да, чувствуешь, какая сила здесь сосредоточена? Здесь я родился заново. О, есть. Так, что у нас? Быстро нажмите X после выполнения. Это. Заново. Yeah.
Я нашла схему архива. Теперь я смогу вас отыскать. Вот скорее бы она к нам присоединилась. Да. Чувствуешь, какая сила здесь сосредоточена? Здесь я родился заново. Yeah.
есть, сколько видно. Добил. Я нашла схему архива. Теперь я смогу вас отыскать. Скорее бы она к нам присоединилась. Да. Чувствуешь, какая сила здесь сосредоточена? Здесь я родился заново. Thank you.
Идите, ешь, иди. Орешку. Так. Раскройте тайну. Объект 705. По данным наших ученых, мы добились успеха в воссоздании газа Терригена. Что? Стойте! Спокойно. Через минуту все будет кончено. Что это значит? За что с ним так? Объект 705 легко перенес обработку и будет под наблюдением в течение суток. Поздравляю. Вы здоровы. Не может быть. Надо уходить. Здесь опасно. Пустяки. Ну вот, ты, конечно, можешь сделать комнату немного уютней. Спасибо. Ты что, обычно ты не такая тихая? Я пустяки. Ладно. Так, ну, в общем, да. А если правда? Что, прости? Лекарство. А если я правда смогу? То есть, если это правда, вдруг я снова стану нормальной? Знаешь, это так не работает. Но вы же видели. Кажется, это очень больно. Но вдруг стоит того? Камал. Я всегда была не к месту. Я обожала супергероев и думала, что если смогу выиграть конкурс на лучший фанфик, то все будет совсем... Неважно. Ну, а теперь... Я же урод. Эй, ты вовсе не... То, что ты сделала... Эй.
Это был очень храбрый поступок. Глупый, но очень храбрый. И мало бы вообще кто на такое отважился. Важно не быть хорошим. Что? Ничего, спасибо. Комната супер. Ну, то есть, вот. Будет супер, ну, не как сейчас. Да, здесь. Норм. Спасибо. Ладно, я пойду, у меня дела. Да. Конечно. Молодец, Камала. Всегда так делай. Зато у меня есть собственная каюта на Химере. И все это не сон. Ладно, хорош, короче.